Здравствуйте, друзья! Вы на канале NotPub. Сегодня будем заправлять принтер Epson L355 3 в 1 принтер-сканер Xerox. В предыдущих роликах у нас был принтер L222, который отличается от этого принтера настройками, скоростью. Здесь еще есть Wi-Fi. Покажем. Принтер черно-белый, цветной, с SMPC, в который идет 4 чернила. Вот наши чернила. Принтер печатает черно-белых 9 страниц, а цветных 4 страниц. Так, давайте начнем. Так, друзья, чернила разлили. Напомню, что плотно надо закрывать каждый картридж. Нажимаем. И перед заправкой чернила не включаем принтер. Так, теперь кнопка Power. Нажимаем. Давайте откроем, что внутри у нас. Открывается, можно вот так вот, чтобы было удобнее. Вы не забывайте одеть перчатки. Я сегодня без перчаток, поэтому у меня радуга. Вот, медленно двигается. Сейчас пойдет заправка, перелив через шланги. Вот эту кнопочку держим 5-6 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, кнопка Power начинает моргать. И где-то это продлится 20 минут. Через 20 минут принтер будет готов. Коробка от принтера. Распаковали уже. В комплектацию входят документы, диск драйвера, штучки, чтобы принтер не шатался внутри. В комплектацию USB кабель для принтера не входит. Мы дадим это в подарок. С помощью диска вы устанавливаете драйвер. Там, так как принтер L355 с Wi-Fi работает, во время установки вы выбираете или установка с кабелем, или с Wi-Fi. Там дают вам два выбора. Так, принтер у нас готов. Будем сейчас сделать ксерокопию для проверки. Поставим сюда А4. В этот принтер идет А4, там А5, А6, какие размеры хотите. Это у нас обычная бумага. Давайте сделаем цветную ксерокопию. Сейчас.
Плотность бумаги этот принтер берет от 64 до 255 грамма. Вот такой у нас ксерокопия у нас вышла. Удобный принтер для дома, для офиса, как сказали, очень выгодный. Каждый чернил, сказали, составляет 70 миллиграмма. Вы можете делать свои домашние фотки. Картридж идет где-то на 4000-5000 страниц. Так что, друзья, продолжайте следить за нами. Удачи вам!